Киноведу Георгию Мхеидзе, его жене журналистке Лизе Ефимовой и их сыну Нестору мы настоятельно рекомендуем посмотреть «Пиноккио» в центре имени Мирхольда. Этот спектакль организовывали всем миром. Театр «Практика», Французский культурный центр в Москве, Центр Мирхольда, Французский институт в Санкт-Петербурге. «Пиноккио» ставит модный француз Жоэль Помра, в свое время поразивший Авиньонский фестиваль очаровательной красной шапочкой. Правда, от самого «Пиноккио» старые сказки Карла Каупера по версии Помра останутся только ручки да ножки да длинный нос. Носатого мальчика играет Алиса Гребенщикова. Режиссер разглядел в этой истории конфликт отцов и детей. Спектакль уже с большим успехом обкатали в парижском театре «Одеон». Владельцу киноклуба «Дом» Дмитрию Чертковскому и его жене Кате Мариановой мы советуем на этой неделе помянуть Виктора Цоя. 7 октября в Олимпийском соберется интеллигентная компания. Нойз МС, Земфира, Вячеслав Бутусов и такие киноманы, как Гоша Куценко и группа «Алиса» будут петь, плакать и жечь огни. Романтический вечер гарантирован. Галеристу Игорю Кормышеву мы напоминаем, что 4 ноября в Государственном центре современного искусства вернисаж выставки «Видеоформат». 6 иностранных художников высказываются на тему физического тела и испытывают его на прочность. Человеческие муки как объект исследования. Тренировка для крепких интеллектуалов. Для дизайнера Саши Сашальской мы приберегли приятное женское кино Джулия Робертс и Хавьер Бардем в одной упаковке. В фильме «Ешь, молись, люби» все именно так и происходит. Разочарованная в мужьях и любовниках,